Ви, на секунду. Что теперь? Работай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без этого. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Бекс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Лол. Не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило найти, фиксеров не соблюдают. Мы сделаем бой. Не важно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. А без репутации ты никто. Шанс. Он мне доверяет. А теперь я даю тебе шанс. 50%. С такой суммой на счету на Декса можно забить. Нет, Эвелин. Дело не в деньгах. Я думала, ты наемник. Дело всегда в деньгах. Я не буду подставлять того, кто мне доверяет. Дело всегда в деньгах. Надеюсь, ты так же удачлив, как и на небе. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Новый уровень. Открыть способности. Как дела на фронтах, мистер?